Так, мы едем по центру города, и вот мы сейчас будем проезжать мимо Муса. Лось, я вот выкладывала уже. Вот он какой. Это молодой лось. Вот так вот попробуй показать. Мы немножко вперед проехали, потому что рядом стоять страшновато. Они кидаются иногда на машины, но так как вес большой, и могут и убить. Вот он пришел покушать, вот здесь именно ему надо, в городе. Вот так вот тихонечко машины. Кто заметил, тихонечко проезжают, чтобы его не спугнуть. Потому что у них реакция неадекватная. Они, как курицы, могут внезапно сменить свое направление и кинуться в другую сторону. Не в ту, в которую ты думаешь. Ну, вот так. В городе очень сильный туман, поэтому просто можно не увидеть какое-нибудь животное большое. Мы прошли пешком мимо, не заметили его, прям рядышком. А потом уже обратили внимание, и вот на машине уже проезжаем. Ну, вот так вот. Встреча с лосем состоялась. Ну, пока-пока. Так, ну мы решили еще поснимать немножко. Потому что он вышел из-за дерева. Интересно, что будет делать дальше. Нет, решил дальше погулять. Ну. Пошел гулять. Пока-пока всем.